Друзья, добрый день, вернее, даже доброе утро, рада вас приветствовать на канале Oriflame Украина. Вот, и если вдруг кто-то меня не знает, меня зовут Надежда Дроздова, эксперт по продукции Oriflame Украина, и сегодня у нас с вами очень интересная тема, это тема ароматы. И если уже говорить про эту тему, то знаете, привет-привет, то хочу сказать, что ароматы для нас играют очень важную роль, особенно в жизни женщин играют очень важную роль. А вот, и вот как раз об этой теме сегодня мы будем говорить. Знаете ли вы, что социологами установлено, что на женском туалетном столике должно стоять как минимум 3 аромата? Вот как раз сейчас в чате напишите, сколько у вас ароматов находится на вашем туалетном столике. Почему? Потому что буквально вот одну цифру, потому что на самом деле ароматы в жизни женщины играют очень важную роль. Привет-привет. Почему? Для нас аромат – это наше с вами, даже не благополучие, наше с вами настроение. 5, 1, ну, 1, 3, отлично, больше 5, согласна. 6. Друзья, ну скажу, что вы оправдываете мнение социологов, потому что для женщины аромат играет очень важную роль. Это наше настроение, это наша с вами вторая одежда. Мы с ароматом можем привлекать, мы с ароматом можем соблазнять, мы ароматом можем делать самые запоминающиеся вещи. Согласитесь, когда у вас плохое настроение, то можно нанести такой аромат, что будет болеть голова в радиусе, ну, наверное, 100 метров у всех окружающих. Поэтому здесь точно могу сказать о том, что для нас аромат – это как одежда. Многие девочки готовят себе одежду заранее. Я думаю, вот, ну, я вам скажу свой личный пример, что каждые выходные я готовлю себе одежду, что я одену в понедельник, что я одену во вторник, что я одену в среду. Но случаются такие события, как не с той ноги встала, неправильно посветила солнце в глаз, еще какая-то причина, и ты меняешь все свои планы, одеваешь уже то, что ты находишь в шкафу. Так вот, точно так же с ароматом. Аромат – это наше с вами настроение. А если говорить про мужчин, то у мужчин к аромату очень верное отношение, потому что для него аромат – это его положение в обществе, это его социальная карточка. Знаете, для него аромат, вот если с этим ароматом он влюбился, женился, родил детей, стал успешным, купил машину, дом, то, поверьте, он за этим ароматом еще будет очень-очень долго гоняться. Поэтому социологи говорят, что на мужском туалетном столике достаточно одного аромата. Я думаю, что когда вы покупаете своему мужчине ароматы, дарите его, а именно женщины выбирают для мужчин аромат, он всегда говорит: «Милая, это так прекрасно, но могла бы ты вот тот вот аромат Signature, который появился в 2007 году, вот подарить мне, он такой классный, я его так люблю». Поэтому, друзья, для девочек очень важная рекомендация, что ароматов должно быть 3 и более, а мальчикам достаточно одного. Сегодня, знаете, хотела бы с вами поговорить вообще даже и о сезонности, потому что все ароматы – это, ну, это наши воспоминания, это наши эмоции, это наши отношения к жизни. И когда мы говорим о летних ароматах, то, как правило, мы выбираем туалетные воды. Легкие, ненавязчивые, которые легко обновить в течение дня, которые очень круто будут поддерживать ваше настроение, а вот уже в холодное время года – круто выбирать ароматы понасыщеннее. Как правильно выбирать? Ну, на самом деле, для этого у нас с вами есть каталог. И если вы уже видите, что на названии аромата написано «туалетная вода», то это должна быть, это будет легкая концентрация ароматов. Это значит, что стойкость такого аромата будет от 2 до 4 часов, не более. Это значит, что он требует еще и обновления в течение дня. А вот когда вы выбираете аромат под названием «парфюмерная вода», как правило, всегда это высокая концентрация, да, высокое долгое звучание, шлейфовость. И в данном случае парфюмерные воды – это 6-8 часов, иногда это может даже звучать в течение целого дня. Но обо всем по порядку. Вообще, о чем я хотела сегодня сказать, о том, что в компании Oriflame появилась одна из самых главных, больших, ключевых новинок, на которые я бы обратила ваше внимание, это новый аромат Divine Exclusive.
Причем скажу, что этот аромат, ну, он уникален абсолютно во всем. Очень часто мы с вами путаем на то время, когда, как правильно выбрать аромат, почему именно его. Так вот, на самом деле, аромат Divine Exclusive, который появился в 15-м каталоге, это не случайность. Почему? Потому что, с одной стороны, он насыщенный, это парфюмерная вода, с другой стороны, у него высокая концентрация всех эфирных масел, ароматической композиции. С третьей стороны, вот это вот цветочное звучание, вот в холодное время года, это не что иное, как невесомая шаль. Поэтому моя рекомендация однозначно выбирать новинку. Но давайте еще поговорим о премиальности. Почему? Потому что премиальный аромат – это всегда очень круто. Ведь на самом деле в мировой парфюмерии установлено, что премиальные ароматы не относятся к премиальным брендам. Они относятся к четырем показателям. Премиальным аромат считается, если его создал известный парфюмер, если он имеет стойкость и шлейф, если у него есть уникальный ингредиентный состав, если у него шикарный дизайн упаковки. Четыре показателя, которые делают аромат премиальным. Так вот, говоря об этих показателях, сразу вернусь к аромату парфюмерной воде Divine Exclusive, потому что именно этот аромат при слепом тестировании 83% тестуемых, да, респондентов выбрали сердцем, выбрали звучание, и здесь особая такая нота, да, эксклюзивный аккорд, который называется «Сияние звезд», именно он, это микс, такое воплощение цветочное, воплощение шикарного пиона вместе с роскошным жасмином. Вот это звучание цветочное, не что иное, как холодное время будет непосредственно вас согревать цветами. Отдельно здесь есть технология Long Silage. И говоря об этой технологии, могу точно сказать о том, что именно эта технология позволяет аромату быть достаточно изысканным и шлейфовым, и шлейф будет в радиусе 5 метров. То есть представьте себе, да, и вот тут почему-то мне на память приходят слова Коко Шанель, что духи – это самый модный непревзойденный аксессуар, он оповещает о появлении женщины и долго напоминает о ней после того, как она ушла. Действительно, говоря об этом аромате, о шлейфовости, вы однозначно останетесь в памяти окружающих. Третья важная составляющая – это сам дизайн флакона. Вот как раз говоря о дизайне флакона, хотела бы отметить как раз традиционная форма платьев от кутюр, платьев высокой моды, и плюс крышечка флакона, вы видите, инкрустирована кристаллами Сваровски. Ты каждый день как на подиуме с этим ароматом. И четвертая составляющая премиального бренда, премиальности аромата – это его создатели. Потому как создавали этот аромат дуэт Дора Багриш и Николя Бонневилли. Если говорить о Доре, то она создавала ароматы такие, как для Джорджо Армани, для Версачи, для Кинзо, для Ив Сен-Лоран. Ну а Николя создавал ароматы для Живанши, Антонио Бандерас, Аква ди Парма. В общем, друзья, именитые парфюмеры, шикарный дизайн флакона, отдельно вдохновение высокой модой, отдельно сияние звезд, аккорд с нотами пиона и драгоценнейшего жасмина. И этот аромат может быть вашим, и вы, может быть, первой, кто протестирует, возьмет его себе. Нельзя не упустить возможности при покупке аромата взять крем, парфюмированный крем для тела Divine Exclusive. Причем скажу, что знаете ли вы, что звучание, да, и крем для век, кстати, вот при вас я его открываю, для того, чтобы уже вместе мы с вами могли потестировать этот аромат. Нельзя не сказать об этом креме для тела, ну, одну из таких, знаете, важных составляющих, посмотрите, вот так круто, знаете, красивое нежное суфле. Я вот сейчас нанесу, и, во-первых, я слышу вот прекрасное цветочное звучание, во-вторых, он безумно легкий, это не плотный крем, вот, смотрите, как я наношу на руки, и это прям очень круто смотрится, вот прям сразу моментально разглаживается тыльная сторона ладони, и
Поверьте, даже не поверьте, а просто на минуточку представьте. После водных процедур, увлажнив тело таким кремом для тела, который очень имеет хорошую насыщенную кремовую текстуру, достаточно быстро впитывается, вы наносите на это увлажненное тело, входите в облако аромата, и поверьте, вам шлейф будет гарантирован в течение целого дня. И это будет не 5 метров, это будет на протяжении целого дня, даже вечером, когда вы будете принимать водные процедуры, будьте уверены, что под потоком горячей воды от вашего тела будет исходить вот такой красивый дурманящий аромат. Что можно сказать про этот крем? Текстуру мы с вами уже посмотрели. Отдельно скажу, что у них одинаковое парфюмерное звучание. Одинаковое парфюмерное звучание вместе с ароматом, а это значит, что мы усиливаем стойкость ароматов. Вот. И отдельно я вот вижу уже, кто-то пишет, ага, маю пробник, аромат цікавий, мені сподобався, жіночний, трохи грайливий. 100%, девочки, могу точно сказать, что все цветочные ноты, а здесь драгоценный жасмин и пион в сердце сияния звезд, это всегда все грани женственности. Какой бы строгий костюм вы ни надели на себя, какую бы строгую офисную рубашку вы ни примерили, будьте уверены, что этот аромат вам подарит женственность, что даже под самым строгим костюмом можно увидеть самую нежную, хрупкую, безумно романтичную женщину, и это вот как раз вот эти вот замечательные продукты. Я делаю главный фокус непосредственно на этот запуск, и будьте первыми, кто возьмет эти продукты себе. При покупке парфюмерной воды вы забираете крем для рук и тела в подарок. Слушайте, ну не могу, прям руки очень комфортно, прям не липкая текстура, прям очень мягкий, очень круто. Но хотела бы, чтобы мы с вами пошли дальше, потому что отдельно еще могу обратить внимание на аромат Love Potion Secret, причем скажу, что он входит в топ-10 каталога, и что нужно сказать про этот аромат, ну, прежде всего скажу, что это фланкер, это как бы аромат, который усилил парфюмерную линейку ароматов Love Potion. То есть у нас с вами был аромат Love Potion, теперь потом появился в 2015 году Love Potion Secrets, этому аромату уже 6 лет, но здесь очень важно, что вообще ароматы Love Potion это ароматы афродизиаки. Даже сам дизайн флакона, он напоминает вот такую вот капельку, знаете, капельку того любовного эликсира, который добавляют возлюбленным для того, чтобы еще больше приворожить к себе, чтобы еще больше любил. И на самом деле вдохновение было 14, 15, 16 век, когда вот такие вот колдуны готовили эликсиры любви для придворных дам, для того, чтобы они привораживали к себе своих кавалеров. Здесь, в этом аромате Love Potion Secret, нотами афродизиаками является белый шоколад, белые цветы и белая клубника. Вот это трио белого, белый шоколад, белые цветы и белая клубника, это как раз то, что дает возможность, ну, как бы привлекать к себе. Причем цветочная палитра, да, раскрывает, ну, женственность. А белая клубника и белый шоколад, поверьте, мужчины безумные сладкоежки, они даже настолько любят сладкое, ну, гораздо больше, чем женщины, это уже тоже доказано наукой. Так вот, клубника и шоколад, они усиливают вот эту вот любовь к сладкому и привлекают мужчин. Ну, и отдельно вот такой вот игривый гипюровый бантик, ну, он просто говорит об интимности аромата. Если вы хотите, чтобы ваш мужчина смотрел только на вас в этот вечер, если вы хотите создать романтическую обстановку, если вы хотите какой-то такой очень романтической встречи, обязательно нанесите этот аромат. Вы не пожалеете, потому что вы будете действительно в центре внимания. Создавала этот аромат Love Potion Secrets французский парфюмер, это мастер парфюмер, самый высокое звание в гильдии парфюмеров, Анна Ринблан, и ее яркие сотрудничества, знаете, их достаточно очень много, и она создавала ароматы для Бритни Спирс, и для Бейонсе, и создавала аромат для Кошарель, и для Хьюго Босс, и для Джорджо Армани, и для Кельвин Кляйн, и Ланком, Ланвик, Макс Якобс.
То есть достаточно много, большое сотрудничество, и в портфолио мастера парфюмера Narine Blanc сегодня насчитывается 115 ароматов для разных брендов. И для компании Oriflame, конечно же, она создала Love Potion Secrets. Что еще? Одним из таких любимых ароматов многих девочек, аромат бестселлера, является туалетная вода Elvi. И напомню о том, что это легкий аромат. Это аромат, который требует обновления в течение целого дня. И здесь, знаете, звучание у этого аромата, оно с одной стороны цветочное, с другой стороны водное и с таким древесным аккордом. Оно как раз и передает шведский лес, скандинавский лес, природу, чистоту. Этот аромат безумно красиво. Знаете, говоря о нем, скажу, что даже дизайн флакона, он напоминает скругленную гальку, которая веками лежала в воде, в лесном озере, и вот такая стала мягкая, гладенькая, и передает то, что это дары леса и озера. Создавала этот аромат французский парфюмер Кристиан Аплос. И для нас она создавала аромат Амбо Эликсир Кристалл. В ее портфолио немного, всего лишь 20 композиций, но создавала ароматы, одним из ярких сотрудничеств, это ароматы для Yves Saint Laurent и для Yves Rocher. Что здесь интересно? Ну, интересно абсолютно все. Дизайн флакона, цветочная палитра, потому что здесь самым ярким являются белые цветочки ландыша. И отдельное сотрудничество с парфюмером. И отдельно могу сказать еще от себя. Знаете ли вы, что этот аромат считают ароматом невест? Действительно, с этим ароматом можно встретить свою судьбу, свою вторую половинку. С этим ароматом можно выстраивать длительные отношения, потому что для многих девочек аромат Elvi является действительно ароматом, который изменил их личную жизнь. У меня есть небольшой пример. У меня есть моя подружка, которая взяла этот аромат по моей настоятельной рекомендации. Познакомилась с мужчиной, на 6-й день он ей сделал предложение, на 7-й день она согласилась, а на 12-й день они расписались. Поэтому, друзья, такие примеры, даже аромат играет роль, когда ты чего-то хочешь очень яркого в своей жизни, каких-то очень качественных, классных и позитивных изменений. Аромат Elvi входит в топ-10 ароматов, и поэтому обращаю ваше внимание на этот аромат. Мы с вами переходим, немножечко поговорим еще и о мужских ароматах. Почему? Потому что сегодня, знаете, вот у нас прямо вот такое вот трио мужских ароматов. Это ароматы Венчи, отдельно аромат Венчи, Венчи Пауэр и отдельно аромат Венчи Бьонд. На самом деле это туалетные воды, но согласитесь, на мужской коже всегда туалетные воды держатся достаточно дольше. Почему? Потому что сам водно-липидный покров мужской кожи, он достаточно очень насыщенный. Там огромное количество липидов, кожного сала, потому что тип кожи у наших мужчин жирный. Достаточно много пота, потому что отдельно хорошо наши мужчины, вернее, у наших мужчин работают потовые железы. И вот эти ароматы к водно-липидному барьеру очень плотно прикрепляются. Это действительно насыщенные ароматы. Ароматы Венчи – это энергия и драйв. Какой бы вы ни выбрали, причем скажу, что про этот аромат Венчи, что в 15-м каталоге это лучшая цена до конца года. Ну вот просто. Дешевле уже никогда не будет. И поэтому, если у вас есть любители на такой мужской аромат, обязательно успейте ухватить удачу за хвост и приобрести его. Освежающий, фужерный, с нотами перечной мяты, отдельно с нотами кедра, немножечко с древесным аккордом. Он вот поможет абсолютно любому мужчине быть первооткрывателем и открывать новые грани даже самого невозможного. Второй аромат, аромат Венчи Бьонд, это тоже лучшая цена до конца года. Успейте отхватить этот аромат, и это такой древесно-фруктовый аромат. Он насыщенный, наполнен энергией. Он для тех, кто не боится рисковать, для тех, кто любит жизнь во всех ее проявлениях. И каждый день совершенно у таких мужчин разный и эмоциональный.
И третий аромат, аромат Венчи Пауэр, это аромат, который имеет ноту черного кардамона, это современный аромат, это аромат для большого мегаполиса, это аромат для мужчины, который имеет такой, знаете, плотный, насыщенный график в своей жизни, и он абсолютно успевает везде, и уверена, руководит своей жизнью, знаете, как стоит у руля как своей жизни, так и жизни всей своей семьи. И этот аромат для мужчины, который не боится испытаний, и не боится никаких внутренних ограничений, то есть аромат достаточно успешен. Итак, из этих трех ароматов, аромат Венчи Бьонд, представлены по последней лучшей цене до конца года. И аромат Венчи Пауэр – это аромат для мужчин из большого мегаполиса. Идем дальше. Говоря об ароматах, еще одна лучшая цена до конца года, аромат представлен со скидкой 42%, это аромат Dare to Shine. Ну, знаете, такой вот, настало время сиять, потому что даже сам дизайн флакона, он напоминает огранку бриллианта. Сиять так сиять, сверкать так сверкать, поэтому Dare to Shine – это, с одной стороны, мягкость, с другой стороны, нежность, с третьей стороны, уверенность, и это действительно то, что дает девочке идти смело по своей жизни, да, к своей мечте, и он действительно подчеркивает целеустремленную натуру. С одной стороны цветочный, но с восточным аккордом, и вот здесь, вот знаете, аромат открывается нотами груши зеленой, малины, розового перца, уже такая перчинка верхних нотах говорит о том, что обладательница этого аромата, девочка целеустремленная. Сердце, цветок тиары, один из самых как бы любимых, дорогих цветков на острове Таити. Это таитянская гордение. Чтобы получить всего лишь несколько капель эфирного масла, ведь цветет этот цветок буквально на одном кусту несколько соцветий. То есть это очень дорогое масло. И именно таитянская гордение, да, или цветок тиары, он имеет в себе, с одной стороны, насыщенные энергичные нотки, а с другой стороны, вернусь, потому что что-то у нас происходит с подключением, но надеюсь, что вы меня слышите, видите, вот, и это лучшая цена до конца года и предложение 42% скидки на этот аромат. Мы с вами продолжаем, и говоря еще об одном аромате, я хотела бы, вот у меня его, к сожалению, с собой нет, но я однозначно хотела о нем поговорить. Это аромат, лучшая цена до конца года, и туалетная вода Экла Амур. Если перед вами есть каталог, то это 30-я страничка. Экла Амур, знаете, он относится к категории парных ароматов, потому что есть мужской аромат Экла Тужур. Это аромат для путешественницы, знаете, легкий, чувственный, с нотами белой фиалки, белого ириса, с драгоценным кедром, который находится в шлейфе. Это вот настоящая любовь, с которой не хочется никак расставаться. И поэтому направление этого аромата цветочное, фруктовое, древесное. Если говорить о парфюмерии, то создавал этот аромат французский парфюмер Пьер Негрин, и он удостоен премии французского общества парфюмеров, французской гильдии, является одним из самых ведущих парфюмеров. Что здесь стоит сказать, что этот аромат представлен в каталоге 60% скидкой, лучшая цена до конца года, и обязательно, если вы любите путешествовать, то с этим ароматом можно путешествовать абсолютно везде. Экла Амур – это любовь с первого взгляда. Вернусь к мужским ароматам, и лучшая цена до конца года на мужской аромат Эссендент. Знаете, Эссендент вообще мы никогда не переводим название ароматов, но если вот ввести в Google Translator, в переводчик, Эссендент переводится как рвущийся, стремящийся, поднимающийся наверх. Это аромат мужской силы. Это аромат мужской энергии, это аромат бесстрашия. Этот аромат, он у нас появился в 2007 году, и создавал этот аромат французский парфюмер Винсан Шале. И для того, чтобы его создать, Винсан Шале прожил несколько лет в Бразилии, и там он увидел, что женщины любят своих мужчин не за
белоснежные воротнички, золотые запонки на манжетах. Они любят своих мужчин за то, что они открыты абсолютно всем стихиям. Они не боятся ни огня, ни воды. Они абсолютно бесстрашны. Даже сам дизайн флакона, да, дизайнеры постарались воплотить это скругленная мужская спина, за которой может укрыться вся спина. Действительно, с одной стороны, свежие ноты бергамота, с другой стороны, сладковатый фенхель дают возможность нам с вами оценить аромат как аромат бесстрашия с безумной любовью к своей семье. Поэтому аромат Эссенден, скидка 55% в каталоге, и это лучшая цена до конца года. Идем дальше, и отдельно хотел бы сказать еще про один аромат, аромат магнетиста. К сожалению, тоже не смогла его где-то здесь взять. Вот он выглядит, этот аромат, так. Это страничка 27. Правильно? Да, 27-я страничка. Аромат магнетиста. Знаете ли вы, что научно доказано, что магнетиста усиливает притягательность, усиливает притяжение. Знаете, потому что здесь в центре, в серединной ноте находится роскошный, необычный цветок, цветок пассифлоры. Он содержит особый флавоноид хризин, который и стимулирует чувства. С этим ароматом измерялась мозговая активность наших мужчин, движение глаз, уровень сердцебиения и эмоции. И научно доказано, что с этим ароматом вы однозначно делаете неспокойными наших мужчин. И, кстати, в тестировании этого аромата принимало участие 33 мужчины-добровольца, и исследования проводились в лаборатории во Франции. Тип аромата восточный, цветочный, ну и напомню, что это дуэт двух парфюмеров, Эмили Каперман и Альенор Масне. Причем скажу, что это два известнейших парфюмера. Очень часто девочки работают эти вместе, в дуэте. Они усиливают вот эту вот эмоцию, когда создают для нас ароматы. И создавали они ароматы для Живанши, для Роберто Кавалли, для Труссарди, для Версачи. И, кстати, Эмили в 2015 году получила титул «Мастер-парфюмер», и стала парфюмером года. Ну, а Линор создавала для Тонино Ламборджини ароматы, для Арман Басси, для Хлои, для Шапар. В общем, друзья, красивые ароматы с научно доказанным фактом, что у наших мужчин учащенно забьется сердце, и просто оно выскакивает из души и просто зашкаливает. И отдельно еще хотела бы показать вам, рассказать про несколько ароматов, которые я безумно люблю. Именно эти два аромата находятся у меня как-то в моем портфолио ароматов. Я потом скажу о своих ароматах. Итак, вернусь к тому, что у нас есть с вами аромат, один из самых роскошных. И звучание этого аромата до 8 часов. Это Giordani Gold Essence. Это аромат, который действительно показал себя как шлейфовый, как стойкий. Мы впервые в этом сюда заключили запатентованную ноту флердора. Называется это нота Essenza Luxury. И отдельно скажу, что создателем аромата является Фабрис Пилигрин, французский парфюмер. Что важно отметить? Тяжеловесное стекло, классика, грация. Отдельно логотип бренда Giordani Gold и сусальное 24-каратное золото в крышке флакона. Стойкость. Дизайн, именитый парфюмер и запатентованная нота Essenza Luxury дают возможность говорить о том, что аромат Giordani Gold Essenza – это аромат премиальный. Ну и отдельно аромат Си, Blazing Vamp. И здесь я могу сказать о том, что здесь прекрасно абсолютно все, потому что я бы этот аромат назвала эко-ароматом. Здесь переработанное стекло, дизайн флакона, здесь переработанный пластик, крышка флакона. Здесь на крышке указан ингредиентный состав, это цветы пижмы, это серебристая береза, это все нарисовано на крышке. И мало того, этот срез показывает лица шведов, когда они смотрят на солнце. В Швеции очень долго есть такой период, когда солнца нет, но когда оно появляется, то поверьте, все шведы ловят эти лучики и витамин D абсолютно все. Минималистичный такой вот шведский дизайн флакона, и Си это Swedish Experience.
впервые, именно для того, чтобы найти эти ароматы, впервые была произведена такая парфюмерная одиссея, знаете, экспедиция, в которой участвовало два парфюмера. Это была Марины Пер и Карлос Винолс. Причем Марины Пер, она француженка, а Карлос Винолс, он американец. Вместе с разработчиками ароматов, сотрудниками компании отправили шведские леса для сбора ингредиентов. И здесь, именно в этом аромате, были использованы две технологии. Технология Saint-Tropez и технология Pur-Scent, которые позволили, не повреждая, не срывая ингредиенты, собрать молекулы. Роса, ингредиенты, все это было, ну, для того, чтобы получить дымные ноты для передачи аккордов пижмы. И вот безумно красивый, безумно шлейфовый и держится на протяжении целого дня. Я хотела бы сказать еще одну очень важную вещь, что какой бы аромат вы ни выбрали, смотрите. Если написано «парфюмерная вода», то это значит, что на холодное время года 100% подойдет. Но есть маленькие нюансы. Парфюмерные воды не наносят на горячие точки пульса, на шею, запястье и так далее. В парфюмерную воду входят как в облако. Вы можете брызнуть, и аромат осядет на вас. Вы можете сделать три пшика и войти в это облако, из трех облак войти в этот аромат. Но помните, что именно в этом случае вы делаете аромат не горячим, а вы делаете этот аромат шлейфом, который будет вас обволакивать и будет делать вас запоминающейся. Поэтому при выборе аромата обязательно делайте такой фокус. Если вы хотите потестировать аромат, еще одна важная составляющая. Хотите потестировать аромат, обязательно берите блотер. Да, у меня есть вот такой вот замечательный блотер. Он, вы видите, что на нем написано Oriflame, не знаю, видите вы или нет. Вот, ну, на нем написано серебристыми буквами Oriflame, но если вы даже просто порежете белую бумажечку, то поверьте, что вы получите чистое звучание. Аромат всегда тестируется на блотере. И аромат не брызгают на блотер, а брызгают воздух, а потом ловят аромат. Воздух и ловят аромат. Прекрасный аромат. И тогда на блотере у вас остается свежий аромат без всевозможного спирта, который дает насыщенность. То есть здесь оседает тот самый чистый аромат, который можно сразу услышать и тестировать. Аромат – это музыка. Аромат, он всегда звучит. Поэтому выбор в каталоге остается за вами, но помните, что здесь есть ароматы по лучшей цене до конца года, ароматы премиальные, ароматы с большими предложениями. И помните, что у девочки должно быть три аромата, а у мужчины один, но любимый. Ну что, друзья, ближайшие полчаса мы с вами провели в портфолио ароматов текущего каталога. Я уверена, что вы уже что-то выбрали себе. И если вы себе что-то выбрали, обязательно, так, я читаю ваши сейчас, читаю ваши комментарии. Возможно, у вас есть какие-то вопросы. Так, ага, так, слышно. Пробник пробовала, слушайте, я прям в восторге от этого аромата, прям очень круто звучит на блотере, прям. Ну что, друзья, я вижу, вопросов нет, я вижу ваши отзывы, вот, если вы что-то себе не выбрали, то значит, вы меня плохо слушали, поэтому я сохраню это видео в подборке Oriflame Украина, и вы можете еще раз его посмотреть. Всем хорошего дня, и не забывайте, пока идет первая неделя старта каталога, об этих ароматах нужно быстро рассказать абсолютно всем. Все, обнимаю, целую, пока-пока.